дамы и господа. Добро пожаловать на борт авиакомпании Air Astana. Ознакомьтесь с правилами безопасности в полете. Пожалуйста, пристегните ремень, когда включено табло «Пристегнуть ремни». Чтобы застегнуть ремень, вставьте металлический наконечник в пряжку и затяните. Чтобы расстегнуть, поднимите крышку замка. Кислородные маски выпадут в случае разгерметизации кабины. Потяните и наденьте ближайшую маску на себя, прижимая к носу и рту. После этого можете оказать помощь другим пассажирам. Спасательный жилет находится под сиденьем или под подлокотником между креслами. По команде экипажа достаньте и наденьте жилет через голову. Закрепите тесьму на талии. Надуйте жилет только в момент покидания самолета, потянув за красный колпачок. Поддуть жилет можно при помощи специального клапана. При контакте с водой включится сигнальная лампочка. Не надувайте жилет внутри салона. Это ваша безопасная поза в случае аварийной посадки самолета. Выходы расположены по обеим сторонам самолета и обозначены опознавательным табло. Светящаяся дорожка на полу указывает путь к выходу. Сейчас обратите внимание на ближайший к вам выход. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по безопасности, расположенной в кармане впереди стоящего кресла. Курение и использование электронных сигарет на борту запрещено. Нарушение преследуется по закону. Ручная кладь должна быть размещена на багажной полке или под сиденьем впереди стоящего кресла и не должна блокировать проходы и аварийные выходы. Пожалуйста, переведите все радиоэлектронные устройства в режим полета. Устройства, не оснащенные функцией режима полета, необходимо отключить полностью и не использовать в течение всего полета. Сейчас мы готовимся к взлету. Просим вас застегнуть ремни, убрать столики и привести спинки кресел в вертикальное положение. Опустите подлокотники и откройте шторки иллюминаторов. Благодарим за внимание. Желаем вам приятного полета.